Рах, мы уже несколько недель читаем, я подчеркиваю, читаем тексты, и мы уже знаем, что внутренне символизирует каждое из понятий. Я бы хотел спросить, как это превратить из чтения в то, что я прохожу, то, что каждый из нас проходит как процесс, чтобы мы развивались? Захотеть, чтобы это произошло. Чтобы ты захотел, что это произошло, очень просто. И так, чтобы оно и было. И нет ничего, кроме этого. Это то, что мы изучаем.